Привет, с вами Б-16 и вот этот вот малыш. Маленький такой двуствольный дробовичок с прицелом на весь экран. Небольшими недоработками, думаю, к девблогу это все поправят. Пока что вылетают у нас некоторые полосочки розового цвета, бывает. Для простоты эксперимента проверим наносимый урон с вот такого вот импровизированного расстояния. Но перед этим давайте посмотрим, на каком уровне он открывается. Тут нас поджидает очень хорошая вещь. Это 15 уровень. Кстати говоря, Water Pipe у нас теперь открывается на 13 уровне. То есть его чуть-чуть вниз опустили, а вот это вот закрепили на 15 уровень. Я считаю, это оптимально. Позже уже как бы там другое, более такое крутое оружие появляется. А вот текущий уровень, самое то, ребята, самое то. Итак, все эти персонажи были вылечены. Ну, немножечко так, по 3 шприца в каждого. Там вот вообще шайка стоит, я их не хилил. Давайте просто будем устрелять с этого постамента. Итак, заряжены у нас здесь, конечно же, дробины. Слаги, понятное дело, слаги. Это слаги. Ну, поехали. Вот расстояние не особо-то большое, но не упал. Ну, давайте будем ронять. Вот он упал. Стреляет, конечно, она очень жестко. Это какой-то реально БФГ. Это просто огромнейшая штука. Кстати, давайте, знаете, что посмотрим. Посмотрели, ребят. Я понял, в чем проблема. World модель еще не добавили. Итак, я починил сервер. Пришлось вайпать все полностью. Карту, сохранение. То есть все. Поэтому больше выбрасывать из инвентаря не стану. Пускай доделывают. Итак, давайте еще раз пройдемся по тесту. Заряжен у нас получается... Так, надо зарядить дробь сюда. Патрончики красненькие. То же самое, когда заряжаем слаги. Тоже красненькие. Может, когда-нибудь это исправят. И можно будет заряжать все-таки один патрон. Реально классно. Итак, давайте еще разочек. Вот. То есть, ближняя дистанция. И вот мне интересно. Сейчас, ну, давайте постреляем. Больно бьется, да? По идее, целиться надо немножко как бы краю, надо только учесть. Давайте вот посмотрим со стороны. Так. Ну, со стороны, честно говоря, непонятно, с какой точно... Какого дула идет выстрел. Ощущение, что он сразу с обоих. А так можно, допустим, целиться, например, ну, на основании там левого или правого. Допустим, я знаю, что сейчас вылетит из левого дула. Я так уберу и вот так целюсь. Из правого вот так вот. Он так и не падает толком, ладно. В общем, понятно, да? 2-3 выстрела. Это уже средняя дистанция такая. Хорошая, учитывая, что он на ближний рассчитан. Слабенько попадает. Но все же попадает. Штука классная, она огромная, здоровая. Хочется посмотреть, как она со стороны выглядит. Но мы можем сделать вот так. Ну да, вы поняли, ребят, что это примерно как-то вот... Да. Здоровеннейший механизм, здоровеннейший. А перезарядочка, то есть анимация перезарядки напоминает Doom. И прочие игры там, и в Quake примерно так же все, жестко и брутально. Так, ну вот. Будем считать, что 5 выстрелов, хорошо. Вот тот вот дальний товарищ. Кстати, знаете... Что я хочу? Давайте постреляем. Я хочу слаги попробовать. Вот именно на расстоянии. Отлично. Вы поняли. На расстоянии попадать тяжко. Это норма. Так, возьмем следующего слота. Тут у нас заряжены зеленочки. Давайте проверим это. Да, у нас заряжены слаги. Итак. Итак, получилось так, что не попали ни разу. Все-таки надо целиться попытаться через ствол. То есть, допустим, давайте вот так попробуем. Как-то вот. Понятно. Вот. То есть ближе к стволу смещаться. Левый, правый, левый, правый. Еще разочек. Так, сначала левый, по идее. Понятно. Нет, все-таки смещаться получается не надо.
То есть стрелять хорошо, реально в упор. Просто подходите и разносите все полностью. И башку, и туловище. Так, ладно уж. Давайте хоть разочек в упор стрельну и посмотрим, что можно с модами сделать. Да ладно, ну не должен второй раз-то падать. Ну ё-моё, ребят. Тут же урон такой огромный. В упор, в упор. Ладно. Итак, модули. Айтем лист наш. Понятно, глушитель мы то не нацепим. А вот прицелы, это уже поинтереснее тема. Так, ну давайте просто ради прикола. О да. О да, вот оно лазерное. Так, лазерное прицеливание. Где он тут хоть стоит? Да он там цепляется, понятно. Все нормально. Так, давайте снимем. Не, ну это понятно, да. У нас все-таки он один, на два ствола можно было бы разное одеть. Так, фонарик. Ну, фонарик работает нормально. Прицел. Отлично. Во, вот это самое, ребята, самый топ просто. Так. Целюсь сюда, от отдачи улетаю сюда. Нормально. Опачки, опачки, опачки. Ой, это у нас вот такой бежит веселый. Здравствуйте. Вот так вот. Голо прицел наше все. Хотя, в принципе, учитывая расстояние, он здесь просто не нужен. Итак, ребята, мы ждали, мы дождались. Вот она, здоровенная, мощная, красивая и реально брутальная двустволка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да и, в принципе, все. Удачи!